Привет, Марго. Я пришла к Кате на осмотр. Шучу, осматривать нечего, потому что после процедуры у меня не было ни синяков, ни отеков. Ничего не было. Я пришла делать новые губы себе. Потому что старые уже сдулись значительно. Вот. Поэтому сегодня будем делать увеличение губ. Я хорошо скучаю по вам. Так приезжай, скучать-то. Кстати, если вы хотите визуально уменьшить себе щеки, можно сделать подбородок. Щеки становятся чуточку меньше. Я, если честно, люблю себе колоть все. Мне кажется, дай мне волю, я все уже все лицо обколола бы. Но пока вроде рано. Как Каспер поживает? Каспер вообще меня расстраивает. Представляете, он залез в шкаф. У меня было очень красивое платье, зеленое, шифоновое, длинное. Короче, нет у меня больше платья, оно все в зацепках. Каспер решил поиграть в Каспера в шкафу. Порвал мне все платье. Вообще, короче, меня расстроил. Очень даже подвижный он. Сейчас посмотрела фотки с фотосессии, там еще дырочка тут. Так-то реально не очень было. Да, но это я и то одно платье такое увидела, остальное решила не смотреть, не портить себе настроение. Хочу вот так вот губы увеличить. Кстати, мужчина на приеме. Мужчины тоже следят за собой. Такой девочка красивая. Кстати, мне кажется, парням тоже пойдет эта процедура. Потому что у многих парней здесь такая ямочка. Писечка. Так что приходите убирать. Точку или прибей кусок коврика на стенке. Да-да, я сегодня прям зайду это и сделаю. Да он не точил ногтем, просто играется у меня совсем. Удачная процедура тебе. Спасибо, я, наверное, вам даже покажу. Сейчас приедет Олеся, будет все снимать. Нам интересно вообще смотреть на такое. Я вот просто вообще обожаю смотреть на всякие процедуры с кольчиками. Даже себя спокойно всегда туда делаю, снимаю, мне ни капли не больно. И наоборот, интересно посмотреть. Вот. Такой аккуратный, смотрите. Твердый, реально как кость. Хотя это гиалуронка, самая плотная. Кстати, подбородок мне сделали секунд за 30. Просто один укол. Несколько махинаций со шприцом и все. У тебя новый подбородок.
нельзя, наверное, дяденьку снимать. Вообще, мне нравится, знаете, чем? Что лицо вытянулось. То есть было, кстати, такое круглое. Вот, соберу волос. Вот, круглое лицо. Появился подбородок, оно вытянулось. Щеки поменьше стали. Прикольно. Сама не ожидала. Результат превзошел все ожидания. Вообще я не собиралась ничего делать, я просто пришла в гости Кате. Она решила мне бахнуть. Сегодня мы делаем губы. Катя уже однажды исправила мне неправильные губы. У меня было заколото 2 миллилитра другим косметологом. Выглядело это, знаете, как вот так. Весь препарат у меня ушел вот сюда. Вот. Катя у меня все убирала, рассасывала. Рассасывала препарат в губах и сделала потом нормальные, адекватные губы, но они уже сдулись, потому что мы давно делали. Ну, чуть-чуть осталось.